я приветствую всех моих дорогих подписчиков и уважаемых гостей моего канала. С вами Фома Киняев, и мы продолжаем изучать прекрасный 3D-пакет Blender, с чем я вас и поздравляю. Тема у нас сегодняшняя – это слои и коллекции. Или коллекции и слои, так будет правильнее сказать. Но правильно будет сказать слои и коллекции, если мы будем говорить про 2.79, плавно переходящую в 2.8. Вот тогда это слои, потом появились коллекции. Да, сейчас это коллекции, вот, которым помогают слои. Такой каламбур. Вот. Что такое коллекции? Коллекции — это множество, которые появились. Множество, да, из курса информатики вы знаете, множество. Множество могут пересекаться, вы потом поймете, о чем я говорил. В общем, множество могут как-то зависеть друг от друга. Вот, взаимодействовать между собой. Так вот, коллекции созданы для того, чтобы взаимодействовать между собой, потому что слои в 2.79, они не взаимодействовали так, как теперь коллекции могут взаимодействовать в 2.8. Давайте поговорим об этом. Да, кстати, этот урок попросил меня записать мой друг Павел, который в кругах 3D-шников известен как Spark. Вот. Но он, конечно же, разобрался со всем этим. Он сказал, что уроков на русском языке почти нет. Есть какие-то обзоры конкретно про слои, про коллекции нет. А на английском языке немножечко непонятно, ну и многим трудно для понимания, да? Вот, слушайте, наверное, надо будет мне еще людей и английскому научить. Но, извините, если я как-то повел себя нескромно, слишком громкогласный, да, громогласный. Потом об этом поговорим, это будет другой урок. А сейчас про коллекции. Вот, я любезно согласился, естественно, мне это интересно, написать, записать урок про коллекции. Ну что, поехали? Так, вот я создал сцену. Это Collections Layer, ну, пусть будет по-английски. Вот, так удобнее. Уже привык. Привык, когда видишь английские слова в интерфейсе, да? Итак, вот я создал, смотрите, есть определенные объекты, да, три стола, три кувшина, три графина и три стула. Они разных цветов, уже вы можете как-то группировать их, да, то есть группировать не в прямом смысле группа, а мы можем уже их как-то внести в коллекции. Вот они в списке, кстати, смотрите, в окне аутлайнера, да. И вот эти все объекты. Я их переименовал так, как нам удобнее. Применил материалы, здесь всего лишь три материала. Ну, имеется в виду три цвета. Еще есть хром и белый пластик, скажем так. Вы уже помните, что в 2.8 выделить все А, да, а снять выделение Alt-A. Это вот непривычно, да, сразу. Вот, может, даже я ошибусь как-нибудь в этом уроке. Смотрите, хочется немножко еще теории отступить и показать вам одну картинку. Это картинка из курса информатики, школьного курса информатики за 7 класс. Смотрите, вот оно множество одно, вот множество другое. Это круги Эйлера. Вот такой придумал человек, как можно рассматривать множество и их взаимодействие этих множеств. Вот представьте, что вот эта коллекция А, это коллекция Б. И она как-то взаимодействует. Взаимодействует путем пересечения, да? Но это больше всего подходит нам для объяснения. Мне, для объяснения вам, как же коллекции могут пересекаться. Вот, слои. Например, если взять 2.79 слои, да, которые нам давали возможность, мы нажимали M, и они нам давали возможность перемещать объекты с одного слоя на другой. Например, на одном слое поместить всю мебель, если это интерьер, да, на другом слое стены, на третьем свет, на четвертом камеры и так далее. Вот, потом появилось дополнение, аддон, который вот тут сбоку слева, да, выходил, и там уже можно было переименовывать слои. В общем, управляться ими более комфортно, и больше было возможностей. Вот, сейчас еще больше стало возможностей. Так вот, очень важный момент – это показать вот это пересечение множеств или пересечение коллекций. Потому что если мы создадим одну коллекцию, да, и вторую коллекцию, и они никак не пересекаются, это то же самое, что слои. То есть ничего нового не появилось, получается, в 2.8, если их
если не будет взаимодействия между коллекциями. Так вот, главная фишка это в том, что теперь уже коллекции могут взаимодействовать. Давайте с вами и посмотрим, как. Итак, ну первое это как создать коллекцию. Да, теперь нажимая на кнопку M, у нас появляется вот здесь. Смотрите, здесь будет в списке появляться те коллекции, которые уже есть. И если вы выбрали какой-то объект и нажали M, то вы можете нажать вот сюда и поместить его в коллекцию, которая уже есть в списке. Но у нас в списке только одна коллекция. Она даже не коллекция. Это как, знаете, как нулевая коллекция, как нулевой этаж. То есть, в принципе, ее-то нет на самом деле. Это такая, как условно говоря, коллекция. Вот. Но все равно она присутствует, да, вот здесь в списке. Вот. Но нам нужно добавить новую коллекцию. Так, смотрите, нажимаем M. И создаем коллекцию. Первую коллекцию создам так. То есть ее можно создавать и другим способом. Первый способ это через кнопочку M. Назовем ее давайте мебель. Не будем много создавать коллекций. Для того, чтобы сэкономить время, можно объяснить и не надо отдельно стулья, столы и так далее. В данном случае это не нужно. Мебель. Да, пишу мебель. Вот. Нажимаю ОК и нажимаю ОК. И вот появилась у меня коллекция. Смотрите, мебель. Это коллекция. В нее сейчас можно взять, вот так вот выбрать объекты и просто перетащить сюда. Один способ. Давайте покажу. На примере стульчика. Вот стульчик, удерживаю Shift, зажимаю все остальные три стула, перетаскиваю и бросаю в мебель. Вот теперь у меня в мебель. В мебели находится, в коллекции мебель находятся мои стульчики. Что я могу с ними делать? Скрыть, да? По одному, но это понятно, это и так можно было делать. Вот, исключить из рендера и исключить из выделения. То есть, видите, я теперь могу выделять объекты, а стульчики не могу. Но это вы знали и без меня. Все, об этом больше не будем. Так, теперь, тоже Alt в списке, чтобы снять выделение, тоже нажимаем Alt A. Так же, как и в сцене. Выбрать все, нажать A. Alt A, снять выделение. Можно еще здесь выбирать вот так, B. И навести там, например, на графин белый, вот, видите, или Alt-A и снять. Смотрите, коллекция может быть в коллекции, как вы уже догадались, то есть если у нас есть какая-то нулевая коллекция, будем так говорить, да, коллекция сцены, то и она является предком нашего потомка мебели, то у нас получается, может быть, еще один потомок, да, ну вот давайте нажмем сюда и создадим таким образом коллекцию. Смотрите, нажимаю, появляется еще одна коллекция. Она берет название от предыдущей коллекции, потому что она была выбрана по умолчанию. Но мы, естественно, назовем ее, например, кувшин, да? Кувшины. Или, так, кувшин, нормально, с маленькой буквы, ну пусть будет с маленькой. Вот, тут я вдруг решил переделать немножечко иерархию, да, и хочу вынести эту коллекцию за пределы этой коллекции, чтобы она была равноценной мебели. Вот, что я делаю? Я беру вот так вот чик, перетаскиваю просто левым кликом за пределы. Ну, куда-нибудь далеко не пришлось, видите, тащить. Вот, не обязательно, можно было и сюда. То есть, вообще, ну, когда тащишь тут, вот, видите, полосочка такая рисуется, дэнкс. Все, вот они, кувшины. Можно и сюда даже. Видите, даже менять можно по списку, где находиться будет, выше, ниже. Точнее, раньше, позже, то есть, в принципе, не имеет значения. Это не Photoshop, где имеет значение, что выше, а что ниже. Я хотел просто... уточнить. Итак, кувшины. Теперь давайте сюда перетащим кувшин. Так, кстати, можно сюда не перетаскивать сейчас. Можно сделать иначе. Выбрать кувшины, смотрите. Выбрать кувшины, удерживая Shift в сцене, да. Нажать на M и выбрать кувшины. Вот. Оп. И все. И наши кувшины, обратите внимание, они теперь находятся в коллекции кувшин. Давайте скроем эти коллекции. Смотрите, что еще можно делать. Как еще можно работать? Теперь нам нужно осталось столы, да? Столы поместить в коллекцию мебель. Как я это делаю? Выбираю один стол. Смотрите, с несколькими не получится. Имеется в виду вот таким способом. Вот я иду в объекты. И здесь у меня есть свиток Collection. Обратите внимание. Давайте я скрою Transform. Вот. И тут есть добавить в Collection, да? Или создать новую коллекцию. Вот. Если я нажму «Создать новую коллекцию», то появится новая коллекция, и в ней уже будет этот стол.
Я делаю иначе. Я выбираю стол, добавить в коллекцию, выбираю из списка мебель. Оп, и смотрим. Мебель, и вот столик красный уже находится. Ну, в общем, это понятно, да, и не буду я тут сейчас. Давайте, ну, можно таким же способом, например, сделать три стола. Мебель, этот стол тоже взять, вот так мебель, это, в принципе, недолго. Вот, а давайте ножки, выделю три ножки. И их я сделаю таким образом, M, и вот сюда в мебель, все, Alt-A. Теперь у меня, если посмотреть, мебель находится в коллекции, кувшины в коллекции. Осталось столик это что? Так, подождите. Ага, пардон, ребята, пардон. Смотрите, я создал уже... как это вам объяснить? Я немножко поспешил и создал вам уже... ну, как бы параллельные коллекции. То есть, смотрите, если мы перетаскиваем, давайте я сейчас, знаете, как сделаю. Смотрите, я вот тут вот из мебели сейчас выберу столик зеленый, стойка. Это у меня что получится? А, нет, вот он, красный, стойка. Столик, стойка. Вот они все у меня есть тут, да? Я их не трогаю. А вот столик зеленый, красный, синий... я удалю. Нет, вот так вот возьму и удалю. Ага, так нельзя удалять. Смысл в чем? Я сейчас объясню. Смотрите, те объекты, которые я добавлял через... да, вспомнить бы точно. Сейчас мы проверим. Секундочку. Небольшая заминка. Так, все, да? Подождите. Что у нас в мебели? Столик зеленый, красный, синий. А, стульчики. Стульчики и два столика, да? Давайте теперь синий добавлю тоже. Таким образом. Вот. Все, добавил. Снимем выделение. И давайте таким же образом я сейчас добавлю сюда и наши... а, вот они. Синий, зеленый, красный. Смотрите, смысл в том, что если вы добавляете через вот этот способ, то это у нас уже идет как бы параллельная коллекция, скажем так. Как это объяснить? Давайте я сейчас исключу их из коллекции. Исключу. Вот, все исключил, исключил. И покажу еще раз. Смотрите. Беру я, выделяю три объекта. Вот у меня мебели нет, да? Вот у меня в мебели остались стульчики. Такая вот небольшая заминочка, уж извините. Вот. В мебели у меня остались только стульчики. Добавляю теперь столы. Добавляю столы вот таким способом через M. Через M. Помещаю в мебель. И все. Обратите внимание, то есть, если я через M помещаю объекты в коллекцию, то они исчезают вот отсюда, и это появляется, ну, получается, то есть реально они попадают в коллекцию, да, как будто вот их взяли и переместили. Вот. Так. А теперь... теперь они тут, смотрите, они здесь тоже появились. Да? Вот, они здесь появились. Но если сейчас я буду делать еще одну коллекцию, вот давайте стульчики, да? Смотрите, мебель получается у меня... давайте теперь я создам... какую я создам? Я создам хром. Хром, смотрите. Группу хром я создаю. Коллекцию, простите. Коллекцию создаю хром. Да... коллекция хром. Что, я по-английски решил писать, да? Ну ладно. Надеюсь, правильно. Вот эта коллекция хром у меня. И сюда я помещу сейчас... так, а вот теперь начинается наше пересечение. То, что я говорил. То есть у нас есть коллекция
Получается, у нас есть коллекция. Вот, например, первая коллекция — это мебель. Мебель. И в ней находятся у нас сейчас наши ножки. Но я создал вторую коллекцию. Вторую коллекцию, которая у меня будет хром. Туда помещу ножки. Обратите внимание. Но я их буду перетаскивать сейчас. Если я их возьму вот так, выберу, нажму M и выберу хром, то обратите внимание, они у меня выскочили из коллекции мебель и попали в коллекцию хром. То есть я их сейчас коллекционирую, скажем так, как по материалу, да, то есть свойства, по которым я группирую, да, признаки, по признаку хрома, по признаку материала. А до этого у меня был признак мебель. Вот, а я бы хотел сделать так, чтобы у меня эти, чтобы группировка не разрушилась по мебели, и с моей столики, стойка, стойки моей ножки столова остались в группе, они входили в группу мебель, но при этом они были и группировались, или была коллекция по хрому, да? И когда мне надо, например, я выделил все свои объекты, которые у меня в коллекции хром, или я выделил все свои объекты, которые у меня в коллекции мебель, или я выделил только, ну там, какие-то еще, да, коллекции, которые будут как-то пересекаться. И вот давайте я сейчас верну назад. Ну, их можно было просто выкинуть. Вот, смотрите сейчас. Вот, давайте я выберу, зажимаю Shift, и просто их перекину в мебель назад. Все, они теперь у меня в мебели, да? Вот, мебели, а хром у меня пустая. Не, нажимаю Ctrl-A. А теперь что я делаю? Смотрите, я выбираю ножку, иду вот сюда, и здесь я не удаляю ее из мебели, а добавляю еще одну коллекцию. Еще одну коллекцию, хром. И теперь у меня хром здесь, обратите внимание. Дальше я выбираю эту ножку, кидаю ее в хром, и выбираю эту ножку и бросаю ее в хром. Теперь у меня, если взять все ножки, смотрите, теперь получается, что три моих объекта, ножки моих столов, они являются и частью коллекции мебель, и они являются частью коллекции, которая определяет, у которой определяющий признак это хром, материал хром. И теперь я, смотрите, сюда открываю, она у меня и здесь есть, вот, видите? Можно это на сюда не смотреть, давайте, чтобы вы не отвлекались. Смотрите только в аутлайнер. Вот я выделяю каждую ножку, она выделяется и в одной коллекции, и в другой коллекции. Вот это и есть то пересечение коллекции. А теперь смотрите, в чем может быть загвоздка у того, кто только-только начинает это разбирать? Проблема, trouble, да? Если вы будете исключать из видимости вот так вот отдельно каждый материал, каждый объект работает, да, и там исчезает, и там исчезает, ну вот, столик синий, стойка, исчез и там, и там. Но если вы захотите исключить их из, исключить целую коллекцию, то есть, например, сейчас я, смотрите, хочу скрыть только одни ножки, сразу одним махом, да, и нажав вот сюда, не работает, проблема, да, а для этого нужно зажать Shift. И теперь работает. Теперь видите, эффект пересечения двух, или взаимодействия двух коллекций у нас работает. Давайте я еще что-то сделаю. Ну, например, так, посуда, да, давайте я создам, получается, у меня кувшины есть, да, кувшины есть. Теперь я сейчас создам новую коллекцию, выберу я вот главную коллекцию, создам новую коллекцию, где она у меня? Вот она у меня, да, и можно сюда, а сюда она не хочет, ну и не надо. Назову посуда. Ага, понятно, пишу по-русски посуда. Теперь я создаю еще одну коллекцию. Видите, она уже появилась внутри. Сейчас мы ее оттуда достанем, не переживайте. Назовем ее графины, правильно я сказал? Правильно. Графины. Теперь смотрите, графины я достаю за пределы, вот так вот просто вниз оттащил и все. Смотрите, в кувшинах у меня только кувшины. Теперь я беру три графина, помещаю их в графины.
А в посуду мне надо поместить все остальное, да? Все остальное. Давайте попробуем. Если я выберу всю посуду и помещу ее в посуду, например, вот так. М. Посуда. То, а из графинов, из кувшинов выскочила. Выскочили мои объекты. Это я просто хотел вам еще раз напомнить, что вот через М, если вы хотите смешать коллекции, вы уже понимаете, о чем я, да? Смешать коллекции в кавычках. Так не надо делать. Так мы просто размещаем объекты. Первоначально размещаем их по коллекциям. А смешивать начинаем уже через один способ. Кстати, есть два способа смешения коллекции. Первый это вот collection. Отсюда вода. Давайте я сейчас шаг назад сделаю. Все, теперь у меня все по своим коллекциям, да, вот графины. И я хочу в посуду поместить все. Смотрите, первый способ я показал, вы уже его помните, да? Давайте вот я беру, просто collection открываю, выбираю нужный объект. А если их много, да? Ну вот смотрите, у меня кувшин, раз, это сейчас я получается, вот кувшин есть, да? А я хочу еще поместить его и в посуду. Это что мне получается 6 раз? Ну, 6 раз это еще ерунда, да? Можно 6 раз. Для тех, кто только запустил ролик, хочу показать. Нет, знаете, давайте возвращайтесь назад и смотрите, как можно с помощью вот этого вот момента поместить. Ну, давайте хорошо, я так сделаю. Смотрите, я сейчас этот кувшин помещаю в посуду. Раз. Смотрите, в кувшинах остался кувшин? Остался. Попал еще и в посуду. Да, попал еще и в посуду. То, что у нас и получилось. Мы, наши множество, да, наши две коллекции, они стали пересекаться, и точка пересечения у них стала это кувшин. А вот, объект. А вот остальные, я не буду делать таким способом. Представьте, что их там у меня, тысяча это слишком много, ну, 100, да, 100 объектов каких-то, например, у меня ресторан, да, целый этаж там какого-то ресторана, 10 столиков, и представьте, сколько там вилок, ложек. Если я каждую буду вот так вот кликать и менять, перемещать, это очень будет неудобно. Что я делаю? Все просто, смотрите. Я создаю еще одно окно. Давайте я сейчас сверну это все, сниму выделение. Создаю еще одно окно, то есть я дублирую. Моя задача сейчас создать еще одно окно, outliner. Я навожу вот сюда, удерживаю левый клик, и давайте я свои настроечки уберу вот так вниз. Смотрите, открываю еще одно окно. Здесь есть фильтр. Что видеть в этом окне, в аутлайнере? То есть тут у меня... Вот это, что вот это такое? Давайте я объясню. Это общий фильтр. Фильтр взаимодействия в реальности, да? Вернее, не в реальности, в сцене, в виртуальной реальности. Взаимодействие объектов. Если я сейчас исключу коллекции, то я вообще не буду их... как это, типизировать, ну, программисты поймут меня лучше, вернее, они меня поймут, хотя я сам себя не понимаю, да, то есть, вы меня поняли. Программисты лучше объяснят этот момент. Вот, когда мы нажимаем коллекции, видите, то это фильтр, вот этот фильтр, то мы уже не видим коллекции вообще, то есть, в этом аутлайнере Blender как будто бы переписали, и он уже не учитывает, есть ли коллекции, нет коллекции, он их просто не видит. Они для него не существуют вообще в сцене. Вот представляете, как классно придумали разработчики, наши хорошие друзья программы Blender. То есть нет, вот я нажал и нет больше коллекций вообще, сейчас они появились. А вот этот фильтр по типу работы с объектами. Не по типу, он так в принципе и было раньше. Кто хорошо юзал Outliner, он понимал, что то фильтр не такой фильтр, как, например, фильтр вот, где тут у нас есть еще. Кстати, вот еще есть у нас эти Collection Visibility, вот тоже можете поюзать. Вот, где у нас тут, в общем, где-то здесь у нас, вот видите, это фильтр Visibility. Вот, это немножко не то, что вот этот фильтр. Этот фильтр по типу работы. По типу хранения, да, чего-то, данных и работы и обращения к ним. Так вот, а этот тип тоже похоже, но немножко не то. Так вот, выбираю я в аутлайнере, collection я отключаю во втором. И теперь я вижу все свои объекты.
не в коллекциях. Давайте я вот так сейчас сверну все. Он, видите, мне развернул все мои коллекции, показывает. Вот, не в коллекциях. Так, посуда, да? В посуде у меня один, а теперь мне надо в посуду поместить так, чтобы графины не выпали из коллекции. И графины, не, и кувшины не выпали из коллекции кувшины. Я хочу все поместить и объединить в группу посуда. Например, я хочу скрыть, когда-то мне понадобится скрыть только кувшины, да, со столов, когда-то мне понадобится скрыть только графины. А когда-то, нажав на одну клавишу, я захочу скрыть всю посуду и оставить красивые столы и подумать, поменять мне их или нет, например, да. Вот, вот для этого это нужно. Ну, это так вот, немножечко отходя в сторонку. Вот, и теперь я выбираю кувшин, если они подряд. Нет, тут столики, видите, хотел показать вам, как можно с помощью B выделять. Ну вот так, смотрите, с помощью B можно выделять. Раз, я выделил. Alt A. Хорошо, придется вот так выделять. Shift, кувшин, кувшин. Теперь графин, графин. Ну, слава богу, у меня только 6. Ну, у меня уже есть один, да, графин. Его можно не выделять какой-то. Это кувшин красный. Вот кувшин красный могу уже не выделять. Вот, и я в этом окне, в котором я отключил работу с коллекциями, я беру и перетаскиваю в посуду. Обратите внимание, в посуду. Перетащил, открыл, и у меня здесь посуда собрана. При этом кувшины остались в кувшинах, а графины остались в графинах. И теперь опять Alt-A, Alt-A. И теперь опять, удерживая Shift, я могу управлять. Скрыть всю посуду, скрыть всю, все графины или скрыть все кувшины. Вот. Вот что значит коллекции. Также вы можете сейчас создать коллекцию, уже там, например, без меня, где вы объедините материал красный. Или объедините в этой коллекции материал зеленый, будете скрывать. То есть скроете полностью вот этот вот объект или вот этот. Там, например, столик пятый, да, скрыть его весь. Или столик шестой, скрыть весь. Например, вы ставите в ресторане, опять же, возьму пример из ресторана, просто у меня был такой опыт, вот, ставите столики, и один возле дверей, вы сомневаетесь, будет ли он там или не будет. Поэтому вы создаете группы, где у вас будет несколько групп, парочку групп, которые, и назовете их столик, и туда сгруппируете дальние столики, которые вы не уверены, может они мешать будут. И потом одной галочкой их скрыть, ну как-то так. В общем, разберетесь, для чего это использовать. Дальше, для чего это еще можно еще использовать? Смотрите. А, еще такой момент. Если вы нажимаете «Добавить», то есть, в принципе, как смешивать коллекции, мы разобрались. Давайте теперь я опять верну вот сюда. И вообще могу это красиво вот, как это вот, за уголок вот так, оп, и скрыть. Дальше. Что я еще могу делать? Да, еще можно создать коллекцию, в которой будет все, например, да, то есть не вот эта коллекция, skin collection, а просто all там или все, или остальное вот скрыть туда, или там отдельно свет, ну, это вы уже сами разберетесь. Так вот, что еще можно делать? Смотрите, ну, какие еще, скажем так, фишки есть. Кстати, управлять я хочу показать еще раз отсюда, вот смотрите. Вот выбираете, только кувшин оставляете, да, только хром, только посуда, только графины. Тут не надо уже shift держать. Но если вы удерживаете Shift, то вы можете просто вернуть все на место. То есть, смотрите. Видите, что это такое? Мебель. Пожалуйста, гляньте, как красиво. Вся мебель. То есть, не надо вот сюда в Outliner лазить и там что-то, извините за выражение, и вот тут вот возвращать все. И вот так вот глазики нажимать. Это у вас есть под рукой и очень даже прикольно. Теперь, что еще можно делать? Можно копировать. Копировать наши коллекции, и они, ну, если вы выбрали, например, кувшины, да, вот, кувшины выбрали, Shift-D, теперь аккуратно отодвинем, естественно, они будут у нас кувшины в кувшинах, и в посуде кувшин зеленый, красный, красный, то есть, получается, они параллельно копируются, дублируются и остаются каждый. Получается, если в коллекции кувшина было два кувшина, станет три, да, то и в коллекции посуда тоже, если было два кувшина, их станет три. И там они дублируются. Не теряя, скажем так, своих связей, да? Так, ну давай, возвращайся назад. Все вроде бы, да? Да, все.
Что еще можно делать? Смотрите, можно быстро создавать инстанс. Создавать инстанс вашей коллекции. Вот у вас очень много, например, один стол, да, полностью сервирован. Зачем вам создавать еще столы? Точнее, зачем их дублировать? Как? Ну, их можно продублировать, да, но это будет уже... Ой-ой. Ага. Их можно продублировать, но это уже будет какая-то группа или какой-то стол. А вы можете, смотрите, нажать Shift-A, вы знаете, что это такое, да, это добавить, вот. Shift-A, и здесь выбрать Collection Instance. И выбрать, например, мебель. Нажали, что происходит? Создается пустышка, и к ней прикреплена еще одна коллекция. Которая инстанс у нас. Если вы берете этот столик и начинаете что-то с ним делать, представьте, как это прикольно, да? Вот. То и у нас происходит все и с этим столиком. Вы представляете, какие возможности открываются в блендере? Я просто сейчас не буду тратить время и рассказывать вам, куда это можно применить, но в анимации, в каком-то там, если нужно создавать какие-то большие ландшафты, города и все это плодить, насаждать деревья, это просто муа. Я просто балдею, я не знаю еще как. Меня переполняют чувства. Я надеюсь, и вы со мной рады, и вы знаете, что Blender рулит. Вот. И, понятно, да? То есть, видите как? И управляете ими, это просто прелесть. Давайте я сейчас Ctrl-Z, надеюсь, не зависнет ничего у меня здесь. Так, так. Все, пропало. Также коллекции можно использовать и в частицах. Ну вот давайте возьмем один стульчик, да, отодвинем его сюда и применим ему или... Нет, не так. Добавлю я лучше изосферу. Изосферу. Немного ее уменьшу. Где она у меня находится? Изосферы сейчас нет, по-моему, вообще. А, вот она появилась в коллекции. Давайте ее вытащим вот вообще за пределы. Вот она за пределами у нас, изосфера. Пока так, да? Добавим ей частицы. Смотрите, где они, наши частицы. Я еще не привык. Да, это силы, вот они частицы. Добавим систему частиц. Чик. И у нас получается play. Какие-то шарики прикольные. Кстати, посмотрите, там частицы. Такие вещи появились интересные тоже. Вот, 2.8. И теперь, смотрите, я сейчас пойду в рендер. В рендер. И вот здесь я выберу... Подождите, Coordinate System, нет, не Coordinate System. А, надо поменять вначале Hello на Collections, видите? То есть можно было раньше делать что? None, да, Object, Group где-то было. Сейчас Group я не наблюдаю, зато я наблюдаю Collections. Я выбираю Collections, а теперь надо выбрать мне, какую Collections я хочу выбрать, да? Ну, давайте стулья будут сейчас вылетать, да, из него. Вот, смотрите. Где наши... А, у нас нету стульев, у нас есть мебель. Ну, давайте... Ножки-то... Ладно, не графины, пусть будут кувшины. Кувшины будут вылетать. Итак, смотрим. О, маленькие кувшинчики. Давайте размер увеличим сейчас. Вот он размер. И вот наши кувшины полетели. То есть вы уже поняли, да, что можно использовать и... Вау-вау! Круто. Ну, там вращение мы сейчас выставлять не будем с вами. Это уже сделайте сами. Вот для чего можно использовать коллекции еще. Да? Теперь момент связанный со слоями. Так как урок называется «Коллекции и слои», теперь давайте поговорим о слоях. Ну, смотрите, я не буду сейчас композитингом заниматься. У меня есть еще один урок, уже почти готовый. Там я в нем показываю, как создать... Ну, то есть это повторение урока Эндрю Крамера, не Прайса. Не Прайса, то есть нашего Андрюхи крутого из Австралии, да, 3D-шника. А это имитация или имитация, или повторение урока. Ну, получается, я его как бы клонирую, но создаю в блендере. То есть он создает уроки в After Effects, как мне люди пишут в комментариях, да, что «А, так это урок в After Effects, там, такого-то человека». Там, Эндрю, я говорю, ну, коллеги, без проблем, но вы сделаете это в блендере. Я же не создал его в After Effects, правильно? Я сделал его в блендере. Ну, это, извините, это совсем другое, да? Это как, ну, грубо говоря... Нет, не будем приводить примеры. Хотел сказать, забить гвоздь кулаком, да? Ну, наверное, это уже слишком, да? Хотя мой друг Дмитрий Халаджи умеет забивать
богатыря, может, слышали такого, умеет забивать гвоздь кулаком. Кстати, друг и земляк. Дмитрий Халаджи в одном спортивном зале, мы с ним тренировались, и очень он меня уважает, и я, естественно, уважаю его взаимно. Вот. И по поводу слоев. Смотрите, давайте я сейчас удалю вот этот вот вешач, оставлю только наши коллекции. Смотрите, слои. Как работать со слоями? Очень просто. Если раньше вы просто ставили там галочки, да, в версии 2.79, что будет рендериться в слое, что не будет рендериться, то теперь тоже очень похоже все, но немножко не так. Вот смотрите, создаем слой. Ну, у нас один есть, давайте второй создадим слой. Ну, давайте назовем его мебель, да? Мебель. Вот, есть. У нас получается два слоя. Мебель. Теперь смотрите. Я беру коллекцию мебель правой кнопочкой, выбираю View Layer и Set Exclude. Точнее, нет, не мебель. Я все остальное должен выбрать. Давайте, кроме камеры и лампы, выбираю. Вот. Все четыре коллекции, кроме мебели, выбираю правой кнопочкой и здесь Layer Set Exclude. Что это значит? Теперь у меня в слое мебель, вот View Layer, обратите внимание, обычный слой, да, давайте я напишу все. Вы поймете меня, что значит все. То есть слой, который называется все, и в нем мы видим все. Вот, а чтобы исключить из этого слоя то, что мне не нужно, или наоборот, я создал другой слой, который называется мебель, и там у меня рендериться будет, естественно, да, только мебель. Не подведи. Ага, отрендерил все. Ну, это просто. Ответ кроется, сейчас скажу где. Смотрите, берем здесь рендер. Выбираем. World. Сейчас, пардон, заминка. А, вот, смотрите. И вот, здесь ставите галочку Render Single Layer. То есть вы выбираете нужный вам слой, мебель, и ставите галочку рендерить только этот слой. И нажимаете еще раз F12. И все, вуаля, работает. То есть, это что касается... Ну, без композитинга. То есть я вам сейчас показал без композитинга. Никаких нодов, да. А вы можете, естественно, еще понасоздавать кучу нодов. Давайте я уже, чтобы не просто болтать, да, я еще и покажу. Как у нас тут вот окошечко открывается. Чик. Ух. Тяжечка ему уже. Тяжковатенько, да. Вот он композитор. Backdrop, то есть чтобы сюда все у нас падало. Use Nodes, да. Ну и Auto Render. И вот он мой первый слой. Смотрите, все, я уже включил композитинг, теперь у меня будет рендериться только то. И вот тут у меня есть все и есть мебель. Мебель вы видите, да? И вы видите все. Ну, то есть я не буду дальше рассказывать, потому что это тема композитинга. Я не хочу сразу делать такой вот урок более, ну, объемный, глобальный, что ли, и там обобщенный, скажем так. Вот, теперь вы видите, что у меня два слоя. В одном слое все, в другом слое мебель. Что я сделал? Я исключил, выбрал коллекции. Можно так и один объект, не обязательно всю коллекцию, один объект. Правой кнопочкой и я его исключил из набора слоя. Теперь у меня получается есть слой, который может рендерить только ту коллекцию, которую я ему скажу. Вот это и есть та фишка. Понимаете меня, да? Вот. Я думаю, что все понятно. То есть исключаете то, что не хотите, чтобы рендерилось. Вот и все. Чтобы можно перепутать, наоборот сделать. Так как когда язык еще так немножко не понимаешь, да, английский. Вот, можно перепутать. И все, и теперь у меня в мебели вот все. Я не исключал во все ничего, да, в слой все. А слой мебель у меня исключены кувшины, хром, посуда и графины. Ну вот и все, на этом все. Я надеюсь, я показал то, что спланировал, то, что вы... Я вообще люблю экспромт, извините, пожалуйста, если я где-то иногда плаваю, прыгаю, скачу по каким-то предложениям, но такой вот я. Я могу что-то записать, я могу что-то сделать несколько раз, но не люблю я по написанному делать. Мне нравится импровизация. Вот. Мне нравится получать удовольствие, находиться в кураже. Поэтому
пишите в комментариях. Если вы на это обиделись, ну, я извинюсь. Вот. Ну и что хочу сказать. Blender рулит. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами я, Фома Киняев. Дальше будет интереснее.